Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Анна и интернет-проект Faberlic Online. И сегодня в этом видео мы с вами узнаем, что с 5 по 11 февраля при покупке коллекции «Базис» мы можем с вами участвовать в распродаже. Скидки очень даже интересные. Чем больше вы покупаете, тем больше у вас скидки. Две вещи вы можете получить со скидкой 10%, три вещи со скидкой 15%, четыре и более вещей со скидкой 20%. Итак, давайте же посмотрим, как работает скидочка. Проходим в коллекции «Базис» и смотрим, по каким моделям идет распродажа. Смотрим, да, то есть вот такие вот моделечки, и обращаю внимание на то, что тут более 10 страниц на выбор продукции. Все, что вы захотите купить, вы можете выбирать через «Купить». Нажимаете «Купить», выбираете, допустим, юбочку своего размера, цвет, какой вам захочется, и после этого мы с вами будем смотреть, как скидка срабатывает в разделе промо-акции. То есть я сейчас при вас добавляю 4 вещи. 4 вещи любые, да, то есть вот добавляю. И после этого мы с вами пройдем в корзину. В корзине у нас с вами вещи как будто бы дорого, да, видите, 900 рублей. Но когда мы с вами продолжим оформление заказа, то в разделе промо-акции эти вещи пересчитываются и становятся по 700 рублей. Вот таким вот образом работают скидки. Когда вы нажмете «Продолжить оформление заказа», у вас уже все будет со скидками. Желаю вам удачных покупок, желаю вам каждому своему новичку рассказать про новую базовую распродажу и обязательно объясните им, что на втором шаге в разделе промо-акции это все пересчитывается. И как вы видите, участвует женская, детская коллекция и мужская коллекция. То есть вся семья может принимать участие в данной распродаже до 11 февраля. Всем пока-пока! С вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Рада была быть вам полезной!